Всем привет, дорогие друзья, и добро пожаловать в Кристианленд. Теперь я буду говорить так не только на канале, но и в своем магазине комиксов. Именно об этом сейчас пойдет речь. Я вам расскажу, что открываю магазин комиксов и так далее. Вы об этом знаете, если смотрели мои предыдущие ролики. Там я объяснял, почему я так долго не выпускаю видео, почему у меня такие перерывы между ними и так далее. Все дело в магазине, потому что это очень сложно, я думаю, вы меня понимаете. И я приглашаю вас на открытие своего магазина, тех, кто, конечно же, сможет прийти, кто живет недалеко от Москвы или в самой Москве. Ну, на самом деле, для тех, кто живет в других городах и так далее, это тоже не проблема, потому что будет и интернет-магазин, он также откроется в это же время, в которое откроется и магазин, который в Москве, то есть в 11:00 вы уже сможете заказать с сайта все, что угодно, все, что вам потребуется, все, что вы захотите и так далее. Сейчас вы видите промокод на экране, который называется OpenKL, то есть Open Kristianland. Вы его вводите, и вам будет 15% скидка. Мне кажется, это здорово для первого промокода. Дальше, конечно же, постараемся делать и конкурсы, и различные розыгрыши. Итак, на самом деле, я осуществляю свою мечту, потому что я уже как 2-3 года мечтаю о том, чтобы открыть свой магазин комиксов. Потому что, я признаюсь честно, годных каких-то магазинов, которых очень круто, в которых есть крутые товары, в которых есть крутые фигурки коллекционные, в которых есть порядок, в котором есть дружелюбие, такого магазина просто нет. И поэтому я решил сделать свой магазин комиксов, куда бы приходили люди, которым интересно фанка, комиксы, фигурки, различный мерч, футболки и так далее. Кстати, давайте я вам немножко расскажу о продукции в моем магазине. Там будут эксклюзивные фигурки фанка, самое большое количество эксклюзивов в стране. Там будут лимитированные футболки, которые будут в стране продаваться только у меня. Там будут различные брелки, опять же, ну, серийные фигурки фанка, понятно. Стикеры тоже лимитированные, которые мы сами создали с моей командой. Ну, с моей мини-командой. Вот, мы постарались сделать что-то эксклюзивное. Чехлы для телефонов, пока что это только айфоны. И пока что это только два вида чехлов. Я вам сейчас даже немножко проспойлерю. Вот такие вот штуки. Допустим, вот DC-пак Kristianland. Здесь 7 стикеров, по-моему, если не ошибаюсь. Это Pennywise-пак. Здесь у нас фигурки, понятно, по Pennywise. Вы все это сможете заказать и в интернет-магазине, сможете купить у меня в магазине. То есть, если, опять же, вы живете в Москве недалеко, приходите ко мне, я вас встречу, подскажу вам, помогу выбрать и так далее. И, как я уже сказал, промокод будет действовать с 1 по 8 июня на сайте и в магазине. Так что приходите, называйте промокод, либо вводите его на сайте, и вам будет 15% скидка. У меня в магазине будет огромное количество эксклюзивного и, как скажем, VIP и дорогого товара. Допустим, это шлем Черной Пантеры. У меня будет их 2 штуки пока что в магазине, но это лишь только начало, потому что я привезу и перчатку бесконечности, и шлем Железного Человека, и перчатку Тони Старк. Я об этом уже делал пост в инстаграме магазина, и опять же, все ссылки на соцсети магазина оставлю в описании, обязательно переходите. Опять же, сайт сейчас пока что не работает, он начнет работать 1 июня в 11:00 вместе с открытием магазина, так что уже сохраняйте его в себе в закладках, и 1 июня в 11:00 можете заходить, он уже будет работать, и вы сможете заказать. Постараюсь вам быстро отправить все, чтобы было четко, круто, поставлю вам какие-то маленькие подарочки, так что не стесняйтесь, заказывайте, можете, оставлю также телефон свой в описании, можете звонить мне, задавать какие-либо вопросы, я на все отвечу, писать мне в WhatsApp, ВКонтакте, где угодно, в Инстаграме, в Директ, я всем отвечу обязательно, постараюсь вам помочь с выбором там той или иной фигурки. Я пока что не знаю, как все реализовать на канале, потому что я думаю делать обзор фигурок уже в магазине, может быть, дома буду делать. Это уже вы решайте, так что обязательно пишите в комментариях, как лучше сделать, каким образом делать обзоры, делать их в магазине, делать их дома. Обязательно пишите об этом в комментариях. Конечно же, обзоров сейчас будет намного больше, по крайней мере, я постараюсь. Но, наверное, первые 2 недели будет, опять же, тоже мало видосов. Пока я немножко выстрою систему в магазине, будет мало видосов. Вот, но потом будет огромное количество видео по различным фигуркам, по новым поступлениям. То есть, все, что вы будете видеть на моем канале, вы сможете это приобрести. Именно в этом будет фишка, и именно в этом будет крутизна моего магазина. То, что все, что есть в магазине, вы все увидите в обзоре. Ну, практически все, я, по крайней мере, постараюсь это реализовать. Так что, все, кто живет в Москве, жду
ТЦ Гарден Мир, 6-й этаж, проспект Мира 40, Москва. Всех жду на открытии магазина. Там будет Человек-паук, различные вкусняшки, лотерея на фигурки, комиксы и различные другие крутые вещи. Так что те, кто живет в Москве, обязательно приходите, я вас всех жду. Всем спасибо, всем удачи, всем пока, совсем скоро встретимся. Пока-пока. Ждите, опять же, информацию в ВК, в группе. Все ссылки оставлю в описании. Всем пока.